Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня мы продолжаем праздновать 20-летие игры «Как достать соседа», первая часть. И сегодня, как я и обещал, будем играть в консольную версию этой игры. Перепроходить уже в который раз ее будем. Я много раз в нее играл, и на стримах, и на видео. Сегодня, надеюсь, будет прям идеально. Все, постараемся сыграть. Да, и, кстати, вот этот вот ролик, который мы сейчас видели, он будет показан, если... В течение минуты бездействовать вот на этом экране. Ну давайте нажмем старт. Собственно говоря, у меня тут уже сколько-то пройдено, я тут проходил. Давайте сбросим прогресс, удалим профиль наш. Да, в консольной версии имеются профили. Также давайте удалим этот профиль тоже. И давайте создадим новый, напишем. Удалим сначала вот эти. Удалим сначала эти буквы, потом напишем. Максимадзе. Создаем, собственно говоря, профиль, нажимаем Create. Ну и, собственно говоря, все, профиль создан, можно его загрузить. Впрочем-то, он и так у нас вроде бы уже загрузился. Играю я на эмуляторе Dolphin. Играю на версии Dolphin 4.0.73.92, потому что эта версия, она самая... Мне ее порекомендовали, она самая наименее лагучая, и в этой игре вообще ничего не лагает, вроде бы. Во всяком случае, я лагов не наблюдал. Единственный минус это то, что на финальном уровне игры, когда попугай врезает стекло, может зависнуть и все вылететь. С наибольшей вероятностью. Короче говоря, эта версия вышла в 2005 году, консольная, для Nintendo GameCube и Xbox. Оригинальный Xbox. Также можно играть на Xbox 360 по обратной совместимости.
А Xbox и GameCube версии не отличаются ничем друг от друга. Единственное, разве что, что в Xbox версии в главном меню есть еще кнопка Xbox Live. Не знаю, куда переводит. Там. И, короче, мы можем посмотреть титры, но это мы потом, потом как-нибудь сделаем. И интро. До интро мы еще дойдем. Скетчи пока недоступны, и аутро, эта концовка, естественно, не должна быть она доступна. Есть настройки, настройки звука. Здесь нам показывают управление геймпада GameCube. Здесь нам показывают туториал. Туториал, не знаю, давайте отключим, он нам не нужен. Ну и это сбросить, настройки по умолчанию сделать. Ну ладно, что мы ждем, давайте уже играть. Нажимаем старт гейм, и можно, кстати, как вы заметили, вот так вот с соседом еще прикалываться. И у нас есть 4 режима. Есть 4 режима, но они ничего интересного из себя не представляют. Стандартный мод, ну это, соответственно, обычное прохождение. Классический мод, это здесь как... Здесь для комбо надо полностью набивать счетчик злости. И для того, чтобы открывать следующие уровни. Фриплей мод. Уровни здесь открываются только если уровень был пройден в классическом или стандартном режиме. А в остальном геймплей одинаковый. Кстати, в классическом режиме там только одна жизнь будет, а не три. И Impossible мод, это должны уровни проходиться строго по порядку. Строго по порядку. С одной жизнью, и надо, чтобы счетчик злости именно на Perfect был заполнен. Если счетчик злости где-то оборвется, то мы проиграем. Этот режим я проходил, кстати говоря, на стриме, на одном из стримов. Ну а мы будем играть в стандартный режим. Собственно говоря, в игре 26 уровней, поэтому за один выпуск мы все это не пройдем. Вообще, я думаю, что... Я не буду по часу растягивать видео, я, наверное, по частям, на 5 видео разделю прохождение, на 5, там, на 4, скорее всего, на 5 выдастся. Пройдем в сегодняшнем выпуске вот эти первые 5 уровней в доме соседа первых. Игра, к сожалению, без русского языка, поэтому, ну и на самом деле, пофигу, ничего страшного. Нас и так устраивает вполне. Так, в общем... Про счетчик злости поговорим, когда будем играть. Первый уровень называется пиппинг, то есть подглядывание или что-то типа того. Добро пожаловать в Neighbors from Hell. И Вуди хочет отомстить надоедливому соседу, мистеру Ротвиллеру. И он... дальше не могу. Занимается ужасными вещами. Лечери, я не знаю, что такое лечери. Давайте преподадим ему урок. Ладно, поехали. Нас ждет вот такой вступительный ролик. В котором мы можем, собственно, увидеть всю предысторию. Сосед загрязняет воздух, собачка, которая срет на газон нашего героя. И мамаша, которая выкидывает мусор тоже на его газон. А также мы видим, как выглядит дом у Вуди, кстати. Дом соседа, кстати, немного различается. Вон, по крайней мере, дверь другая входная. Такой вот вступительный ролик был. Как вы уже сами догадались, да, возможно, вы знаете, консольная версия, она расширенная версия. То есть это не просто порт обычного когда соседа на консоли. Это здесь смешали, во-первых, уровни из первой и второй части в одну игру.
Я люблю, когда две игры смешивают в одну, это очень прикольно. Я вещь. И во-вторых, так. Я просил выключить туториал. Камеру вот так поворачиваем. Короче, все на кнопках. Приходит сосед, пытается ключик подобрать. И сейчас будет открывать одну дверь за другой. И в этой версии действительно свои особенности есть. Уровни из первой части заметно отличаются от версии для ПК. Можно также заметить, что вместо кирпичных стен здесь мы видим улицу. И это вообще классно. Уровни также отличаются не только этим, некоторые анимации изменены, в некоторых местах даже есть новые пакости, на первом уровне в том числе есть одна новая пакость. Вот, сосед идет к телефону, этого не было в оригинальной игре. Также разобран шкаф, чтобы мы не могли в него спрятаться, такого тоже не было. Начнем отсюда. Нажав на кнопку Z, ну, у меня это B на клавиатуре, у нас открывается этот интерфейс, собственно говоря, где видно, что у нас сколько времени прошло, сколько у нас осталось жизней на всех уровнях, их 3, как и когда соседа 2. Так, утюг на телефон надо у нас сегодня. Сет реагирует на телевизор не так, как... не понял, а что за фигня? Что не работает-то? Что за фигня-то? Кто антенну так закрутил? Это не я был. Ну, еще делаем. Ну и, конечно же, делаем вот так. А, это... Кто это сюда подложил? Откуда она тут взялась, блин? Какой позор, а? Какой позор? Видно, что в ванной тоже унитаз стал желтым, краники стали золотыми. Ну и водонагреватель тоже немного изменил текстурку. Также все пакости можно повторять. Вон, видите, сосед оставил подушку внизу, эту. Как и во второй части, у нас здесь монетками пакости засчитываются, но здесь у нас не золотой кубок. Здесь у нас счетчик злости, он находится слева вверху. И чтобы его заполнить, пакости должны срабатывать одну за другой. И тогда он будет забиваться числом. Если какое-то действие будет... Если сосед выполнит какое-то действие... Ой, блин! Какая фигня! Что это сейчас было? Что с биноклем с моим? Че он прилеп? Если сосед выполнит действие какой-нибудь между пакостями, в котором мы ловушку не подстроили, то счетчик сбивается, и при следующей пакости в нем число новое не появится. Пакости должны строго по порядку идти. Также счетчик собьется, если сосед нас заметит. Собственно говоря, если счетчик злости будет столько же, сколько количество пакостей, то мы получаем золотую звезду. Но это только при том еще, что мы не потеряли ни одной жизни. Сохраняем прогресс. Прошли мы первый уровень. На золото, конечно же. Следующий уровень — день рождения. Да, у телеэкрана уровня нету. День рождения. Сосед празднует всегда на день рождения сам с собой. Задувает свечу и желает всего себе наилучшего. Короче, спускается в почтовый ящик. Вдруг там кто-то ему прислал открыточку. Ну и Вуди нанесет ему, собственно, визит. Идем уровень. По заднему фону, под описанием, можно также понять, к какой игре относится этот уровень. Что к первой игре он относится. Там дом видно было. День рождения. И, короче, этот уровень тоже заметно отличается от ПК-версии.
нам надо сразу в шкаф, потому что эта дверь, к сожалению, закрыта. И также можно заметить, что закрыты шторки, и в комнате стало немножко темно. Также можно заметить, что одни вещи реалистичность получили, а другие потеряли. Из потерявших вещей реалистичности это то, что двери на следующий этаж или на следующий этаж и в подвал, они не закрыты, их вообще нету. Они заштукатурены как будто. Их просто нету. Но на уровнях, которые относятся ко второму там сезону, к третьему, они появятся. Это очень странно. Зачем так сделали, не понимаю. Дверь заблокирована. И разрешение, конечно, здесь ниже, чем в оригинальном КДС соседа из-за характеристик консоли, конечно. Начнем пакостить. Фу, как воняет! Дезодорантом надо брызгать быстрее. Так, ну и яйцо микроволновку сделаем. Пакость яйцо микроволновки реалистичнее выглядит. Вы сами видели, как яйцо взорвалось там. В этой версии можно убегать от соседа, если он нас заметил. Но шанс не сильно высокий. Но все же, мы действительно можем убежать от него. Ай, твою мать, что тут произошло? Что с моей микроволновкой случилось? Так, ну камеру отключим пока. Блин. Ну вот, мне еще день рождения тут бордят. Что за фигня? Кто это все делает? Это же не я. Ну и да, сосед тут все чинит. Даже торт. Так, наверняка еще кто-нибудь что-нибудь прислал. О, блин! Ну ж, кто это? Подарок мне такой прислал. Настроение меня испортит на весь день. Да. Ну и да, кстати, сосед тут не бежит в ванну за пластырем. О, какой... Фу... какая вонь! Быстрее! Дезодорант. Ну и мышку, мышеловку он тут оставил, чтобы мы, если что, могли ее опять засунуть. Что такое? Что за фигня? О, твою мать! Ну что со мной начинает происходить, а? Да, эти анимации вот эти, перекочевавшие из второго, когда стоит соседа, кстати. Ну и некоторые, вон, музычка тоже на финале, как вы поняли, тоже. Так, следующий уровень, это пирог. Пирог. Ротвейлер... Да, кстати, в консольной версии мы узнаем, что его зовут Ротвейлер. Но имя его не называют. Точное, полное. Ротвейлер... что-то там возвращается и расслабляется перед телевизором, а также поедая яблочный пирог и пиво. Но что-то там нормально все время. Иногда стир. Что такое стир? Ну, короче, неважно. Начинаем уровень.
Персонаж наш управляется с помощью стрелочек, как вы уже по-любому заметили. И может даже по диагонали ходить. Так, сосед у нас не спускается вниз. Здесь он пьет пиво, как во втором уровне из обычного кэда соседа, собственно. И пакость с унитазом у нас тут имеется. Давайте сразу же его засорим. Немножко посрали мы в унитаз, потому что у нас своего туалета нету. Извини, сосед, у меня тут своего туалета нет. Кстати, выйти через выходную дверь нельзя в этой версии. Так, засунем фольгу в микроволновку. Электромагнитные волны в микроволновке крайне негативно подействуют на микроволновку, когда в ней находится фольга. Слабительного надо подсунуть, точно. Так, грейся. Ай, твою мать, что случилось такое? О, сейчас вкусненько будет. Фу, какая гадость! Это же пена для бритья, блин! Откуда она взялась тут? Так, ладно. Да, ну и, кстати, можете заметить, что и тут, в отличие от обычного кадр-седа, здесь два окна в зале, а не одно. Блин, срать, срать, срать быстро. Но, правда, второе окно не на всех уровнях появляется, что тоже не отнимает реалистичность. Ой, фу, какашки. А, какая гадость, что такое тут? Откуда этот столько бумаги я не кидал? Что нереалистично то, что она когда-то окно появляется, когда-то исчезает. Ерунда какая-то. Причем, кстати, окно, которое слева, оно, в отличие от оригинала, чуть-чуть левее сдвинулось, мне кажется. Следующий уровень называется «Пиано». Короче, Ротвейлер любит футбол. По телевизору, но ненавидит, когда его игнорируют дети, которые мешают им играть на пианино. Понятно, в общем. А, вот как сейчас можете заметить, кстати, что окно у него теперь открыто. Такого тоже не было в оригинальной ПК-версии. Ну и окно, как видите, исчезло. Второе. Еще можно, кстати, заметить то, и вот один, вот преимущество для меня, по крайней мере, это то, что пакости не повторяются. То есть тут, пакость с яйцом и микроволновкой только на уровне день рождения было. Больше его не будет. То есть мы не будем одни и те же пакости постоянно наблюдать. Это же надоедает. Также появились, помимо той мини-игры, что есть когда седа 2, еще две. Вот в некоторых местах на поиск надо найти три одинаковых портрета и в ряд их составить. Это может отнять какое-то время. Но, тем не менее, мы это сделали. Кстати, холодильник, видно, что открытый, он пустой. Это говорит нам о том, что в нем ничего сегодня мы не возьмем. Давайте начнем пакостить. Сколько разговоров уже было, хватит не мяч забрасывать. Так, пока не звоним, потому что
Вот мы позвоним, и сосед наткнется на цветок, который мы не подпортили. Счетчик злости собьется. А нам этого не надо. Ни в коем случае. Кстати, когда сосед чем-то занят, мы можем мимо него прокрасться на цыпочках. Блин! Как больно! Что это такое? Если сосед каким-то делом занят, то мы можем прокрасться мимо него. И если успеем прокрасться до того, как он перестанет заниматься этим делом, то будет замечательно. О, сосед нас не спалит. А, блин! Твою мать, откуда здесь мыло? Ну и делаем вот так, естественно. Вот, козлы, а ну задолбали. О, блин! Придурки, ловите назад свой мяч. Как меня вы достали все, ё-моё. Мячик залетит с этого окна. Вот для чего оно, собственно говоря, открыто. Алло? Алло? Алло, блин! Ну достали, еще и звонят и молчат, бля. Какая гадость! Твою мать! Ну что еще такое? Что это за гадость на моем цветке тут разлеплена? Да, тоже анимация перекочевавших из Кадоседа 2. Так, ну и давайте последний на сегодня уровень. Это уровень бас. То есть ванная. Короче. Нужно ротвейлеру принять. Короче говоря, нужно соседу принять душ. И также он просматривает фотоальбом. Поедает конфетки, делает пудинг. И Вуди, у Вуди уже новые пранки на готове. Поехали. Новая еще такая вот особенность. Появились уровни, которые проходят в темное время суток. И это очень прикольно. Таких уровней, правда, всего два, но тем не менее. Они есть. И это очень даже прикольно. Так, снова мини-игра на поиск. Портрет всегда может быть рандомный. Давайте на соседей попробуем. Нет, не сосед. Может, Вуди? Может, бармен? Ай, потом, ладно. Не успею уже. Давайте продемонстрирую, как убегать от соседа. Ладно, ну мы тут не успеем уже спрятаться никуда. Вот так вот, собственно говоря, мы теряем жизнь. Ну ладно, в любом случае переигрывать надо. Но давайте, и давайте в таком случае я вам продемонстрирую, что будет, если третью жизнь потом потерять. Да, можно. Вот так вот. Убегать мы можем только пока
Но если... Ну вот он нас заметил, мы в шкаф спрятаться уже, соответственно, не можем. Причем, кстати, странно, вот он нас подкидывает наверх, но мы оказываемся в другой комнате. Я не понимаю, как это работает. Он из окна в окно, что ли, залетает? Тоже, короче, как-то странно. Ну и нам приходится передвигаться на цыпочках. Можно, кстати, заметить, что при каждой потере жизни иконка Вуди сверху меняется. Собственно, мы проиграли, видим такой вот скелет. Давайте заново начнем уровень и уже не будем заниматься этой ерундой. Пройдем все как по-честному. Не будем отвлекаться на мелочи. Но все же, продемонстрировать это все равно стоило. В следующем выпуске я на уровнях второй части это тоже покажу. Там мы... Блин, по микрофону долбанул. Там тоже анимации свои есть. Там при потере первых двух жизней анимация такая же точно, как и в Когда Соседа 2 и на этих уровнях. А при потере третьей жизни там анимация уже будет другая. Так, здесь Вуди у нас. Анимация будет другая и собственно говоря, в следующем выпуске вы сами увидите какая. Так, я настроил управление так, чтобы мне было удобно ходить на цыпочках. Можете заметить, что у животных появился индикатор, чтобы который показывает, насколько, через сколько он может проснуться. Он постепенно сам набивается, если персонаж спит какое-то время. А если он спит постоянно, то он не заполняется. Он будет заполняться только если мы будем шумно ходить. И чем более шумно мы ходим, тем он быстрее заполняется. Начнем с ванной, пожалуй. А хотя зачем с ванной? Мы можем отсюда прям начать. В пудинг подмешаем какой-то красный фиготы. Вот этой фигни подмешаем волосину туда. И испортим вот это полотенцем, измажем. Пудинг он готовится один по-другому немного, можете заметить. О, блин! Что за город? Короче, выглядит это поприкольнее, чем в оригинальном соседе. Так, ставим, кладем конфеты. Ладно, пора искупаться, а то уже воняет как навоз, блин. С этим готово, можем спокойно уходить. Так, о, хорошо, хорошо. Так, мыльцо. Что за херня? Но волосы вырывает себе. Так, вытереться. Какой ужас. Какой ужас. Это самое ужасное мытье, что было в моей жизни, блин. Да, можно слышать, можно там расслышать, как он волосы себе вырывает. А, мы это уже сделали. Уже можно не повторять. Ну-ка, да открывайся, твою мать. Мой альбом испортили нафиг, блин. Мне все это, такой альбом хороший был, ну е-мое. Какая гадость. Что это за гадость? Ну и кстати, поскольку, как я уже сказал, мы не можем выйти через выходную дверь в этой версии, мы также не можем завершить уровень, пока не выполним все пакости. В отличие от предыдущих, в отличие от оригинальных версий.
Обязательно все пакости должны быть выполнены. Ладно, на сегодня закончим эту серию. В следующей серии будем проходить первые уровни из Кадаседа 2. Так, уже открылись и новая шестерка уровней. И следующий уровень уже ко второй части относится, поэтому буду проходить его в следующей серии. Ну а на сегодня закончим. Напоследок скажу, что режимы вот эти реально ничего интересного себе не представляют. Вот если бы вместо вот этих режимов был бы какой-нибудь режим по, например, рандомная генерация пакостей. Или сделай как можно больше пакостей за отведенное время. То это было бы гораздо интереснее. Ну и, кстати, некоторые незнающие люди, помню, когда давно читал комментарии, незнающие люди писали: а классик мод — это классические уровни, как в первой части, я так понимаю, в оригинале, в ПК. Было бы тоже прикольно, если бы это было так, но нет, это не так. Собственно говоря, вот мы видим здесь те уровни, которые мы прошли в стандартном режиме. И прохождение у них такое же абсолютно, как и в стандартном режиме. На сегодня закончим. С вас и Господь Эпизоза, с меня Эпичный Видос. И следующий выпуск я буду записывать, кстати, прямо сейчас, но выйдет он завтра. Подписывайтесь на стримерский канал, на влоговый канал, вступайте в ВКонтакте. И всем пока.